С братьями Ивановыми я познакомился в Бельгии, когда они приехали и какое-то время жили там, участвовали в джазовых фестивалях, и я с ними познакомился, и мы начали совместно с ними играть какие-то вещи, и я остался очень доволен дружбой с ними. Отличительная черта в исполнении братьев Ивановых заключается в том, что их музыка открыта, и они общаются с людьми своей музыкой.